Мир тебе, дорогой мой друг, благослови тебя Господь и сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог спас меня, когда я умирал, так и Он может спасти тебя. Аминь. Алкогольная зависимость – это реально ужас. Я сам 15 лет страдал в этом ужасе. Я еле как вышел, с Божьей помощью. Я умирал и харкался кровью. Уже все стучало сердце сильно. И теперь я не пью. Бог спас меня от этого ада. Он спас меня от алкоголя и этого проклятия. Он остановил проклятие в моей жизни. Почему я записываю сейчас этот ролик? Всем людям, кто когда-то страдал этой зависимостью. Поймите одно, что сатана, он не спит. Когда вы завязали пить, когда все это, он будет приходить к вам через тело, как у меня. Будет болеть тело, будут не находить причины, у тебя будет болеть голова, у тебя будет не хватать воздуха, давить в животе, отнимать ногу, все подряд, руки, кости будут болеть, пока ты не начнешь опять пить. Но это очень тяжело. Алкоголь – это реально ад на земле. И ты будешь терпеть это. В Библии стоит, что дьявол, он как лев, ищет, ходит и ищет, кого погубить. И вот когда также очень интересный стих из Библии, когда мы пришли к Богу, когда мы покаялись, да, когда мы приняли истину, когда Бог нас освободил, теперь просто вот эти все нападения через наше тело, что все, что происходит, да, в Библии стоит, что этот демоны, из которых Бог нас освободил, они вышли, но они опять хотят вернуться назад. Они смотрят, где двери открыты. В Библии стоит, бодрствуйте и молитесь, да. Но просто я хочу этот ролик записать реально всем людям, кто болеет или страдает алкоголизмом. Это реально ужас конкретный, но вы можете это. 11 человек, которых я знал лично, их нету сейчас в живых. Это все последствия алкоголизма. Я еще остался по Божьей благодати и милости. Это реально Божья благодать. Я благодарю Бога, что Он мне дал время покаяться и принять истину. Но просто сейчас идет очень важный момент. Сейчас, когда живешь мы в этом теле, Библия говорит, что плоть противится духу, наше тело. А теперь также про зависимость. Я хотел бы конкретно сказать, что реально зависимость, алкоголизм, это реально ужас. Потому что она будет приходить назад. Я не знаю, сколько это лет будет. Может быть, 7 лет трезвости, когда человек успокоится, да? Но просто реально она будет стучаться и приходить в твою жизнь. Конкретно приходить. Мне некоторые люди говорят, ну, я там пил, там пару рюмок пил. Такие пару рюмок. Я пил месяцами, по 6 месяцев. И не мог остановиться, только с Божьей помощью. Что я хочу сказать? Будут ломки, будут депрессии после того, как вы уже годами не пьете. Это все будет. Держитесь за Бога. Держитесь до конца, братья и сестры, за Бога, за Иисуса Христа. И Он поможет нам. Я также держусь. У меня тоже проблемы со здоровьем. И вот эти ломки, что тело не понимает, как так, сейчас нету алкоголя. А больше не будет алкоголя. Будет только путь и истина и жизнь. Это Иисус Христос. Благослови вас всех, Господь, и сохрани. Не пейте алкоголь. Не пейте, не берите наркотики. Не надо жить с сатаной. Начните жить с Иисусом Христом и держаться за Него. Единственный путь на небеса только через Иисуса Христа. Аминь. Иисус, мой Господь и Спаситель, войди в мое сердце и просто живи в моем сердце всегда. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты спас меня от ада и вечного огня.